конечно, в канун Дня памяти большую часть нашей сегодняшней программы мы посвятим историям солдат, павших в войнах Израиля и жертвам терактов. Но начнем мы с истории аж 16-летней девочки Наташи, которая находится сейчас в тяжелом состоянии в больнице. Для спасения Наташи требуется 200 тысяч шекелей, сумма, которой у родителей репатриантов просто нет. О Наташе Герасимовой рассказывает сюжет Анны Розиной. 16 лет назад маленькая Наташа Герасимова, которой на тот момент было всего полгода, вместе со своей семьей репатриировалась в Израиль. Детство на Святой Земле было счастливым и, казалось бы, безоблачным, до тех пор, пока в 13 с половиной лет у девочки не обнаружили тяжелое заболевание – лимфому Ходжкина, раковую болезнь лимфатических узлов. Важно отметить, что большинство больных выздоравливают после стандартного курса лечения и не нуждаются в повторной помощи. Но, к сожалению, гарантий нет. И те несчастные дети, которым болезнь возвращается снова, проходят повторное лечение, очень агрессивный курс химиотерапии и облучения. А иногда им требуется пересадка костного мозга. И уже в очень-очень редких случаях болезнь возвращается снова. К сожалению, это то, что случилось у Наташи. Таких детей очень мало, единичные случаи во всем мире. И каждый из них – это целая драма. Это человек, душой и телом нуждающийся в помощи самой современной медицины. Наташа уже готовилась к сдаче экзаменов на аттестат зрелости, когда вдруг она снова почувствовала, что состояние ее здоровья ухудшилось. После множества проверок и тяжелой операции в области легких, страшный диагноз снова подтвердился. Сейчас девочка проходит сложный курс химиотерапии. На сегодняшний день по решению врачей, помимо химиотерапии, которая ей делается, необходим новый препарат, который должен спасти жизнь моей дочери. Этот препарат, к сожалению, очень дорогостоящий и не входит в корзину здравоохранения. Поэтому я обращаюсь за помощью ко всем, кто сможет нам помочь. Стоимость этого лекарства порядка 200 тысяч шекелей. Эту сумму, конечно, нам собрать нереально. На сегодняшний день многие люди, жители юга страны, откликнулись на вот это наше обращение. Оно было вывешено на многих домах, на столбах, в том числе в двух газетах Негева. На сегодняшний день собрана, к сожалению, 1/4 часть из той суммы, которая необходима. К сожалению, сроки ограничены в связи с тем, что нам осталось меньше 2-3 месяцев для получения этого лекарства. Лекарство будет вводиться ей точно так же внутривенно в больнице Сорока, после чего у нас тяжелейшая пересадка костного мозга. Возможно, до 2 месяцев она будет находиться там. Это больница Шнайдер в Петахтикве. После этого появляется надежда на полное выздоровление ребенка. У меня было письмо дочери, но мне тяжело его озвучивать. Единственные последние слова в этом письме. Пожалуйста, помогите, я не хочу умирать. Спасибо всем. Письмо Наташи Герасимовой. Снова мы возвращаемся в больницу. Врачи принимают решение провести дополнительные проверки. И снова мне делают операцию. На этот раз слишком тяжелую для меня. И вот через 2 недели приходит ответ. Меня приглашают в кабинет и сообщают, что у них есть совсем нехорошие новости. Натали, болезнь вернулась. Снова плач и снова отчаяние. Я снова прохожу лечение. И мне понадобится лекарство, которое стоит 200 тысяч шекелей и которое сможет спасти мою жизнь. Прошу вас, помогите мне справиться с болезнью. Я хочу вернуть себе ту жизнь, которая когда-то у меня была. Я так молода и еще так мало успела. Девятый канал не так часто проводит подобные акции, поэтому мы очень просим всех наших зрителей откликнуться на этот призыв. Я напоминаю данные банка Люми, куда вы можете перевести свои пожертвования. Банк Люми 10, отделение 775, номер счета 556-57-89. Я повторяю, банк Люми 10, отделение 775. И номер счета 55-65-789. Тот, кто хочет связаться с матерью Наташи Тамарой, может позвонить по телефону 054-750-0.
0,5, 4, 750, 0,8, 86.